Итак, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас вторник, 28 мая. И давайте посмотрим на графике евро и фунта. Видим, что вчера в отсутствии фундаментальных новостей после слабых отчетов по США, который вышел у нас в прошлую пятницу, рынок в целом находился в канале всю вторую половину дня. Были у нас закрыты многие американские площадки в связи с выходным днем. И видим, что давление на евро сохранилось сегодня на Азии. И покупателям европейской валюты сегодня необходимо оперативно возвращаться выше уровня 11.96, выше средних скользящих, чтобы сохранить текущую нисходящую тенденцию. Еще у нас есть расчет, конечно, на уровень поддержки. Это 11.70. Здесь формирование ложного пробоя позволит очертить более такую ровную нижнюю границу восходящего канала, но при условии лишь формирования ложного пробоя от этого уровня. В ином случае открывать, конечно, длинные позиции лучше всего на отскок от уровня поддержки 11.43. При сценарии ложного пробоя на 11.96, скорее всего, медведи опять же вернутся в рынок, и давление на евро сохранится, что приведет к на 11.70-11.43. Помочь закрепиться выше 11.76-11.96 смогут данные именно по объему кредитования частного сектора. Этот показатель очень важный для еврозоны. И, в принципе, в первой половине дня у нас выходит индикатор потребительской уверенности. Если он окажется лучше прогнозов экономистов, то это также придаст восходящий импульс. Во второй половине дня уже все внимание будет сконцентрировано на индикаторе потребительской уверенности в Соединенных Штатах Америки. Его хороший показатель, ожидается рост до 130 пунктов, может привести к укреплению американского доллара. Поэтому, если плохие данные по еврозоне в первой половине дня, ложный пробой на 1.96, и вполне вероятно, что поддержку окажут хорошие фундаментальные данные, и пойдем мы ниже на 11.43. Здесь, как я отмечал, можно покупать евро сразу на отскок. Что касается британского фунта, то здесь мы видим, остаемся мы в боковом канале. Вчера закрепились ниже 26.96, на это я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня. И теперь покупателям либо мы выбираемся выше этого диапазона, закрепляемся, формируем вот такую вот новую нижнюю границу восходящего канала и идем на обновление 27.44 на верхнюю границу этого канала и на тест 28.00, где можно продавать на отскок, либо формирование ложного пробоя с возвратом по 26.96. Опять же, окажет давление на фунт, и пойдем мы на 26.48, а обновление уровня поддержки 26.07 будет ничем иным, как очередным сигналом на продолжение медвежьего тренда и на распродаже вплоть на новые минимумы 25.64 и 25.00. Поэтому вся надежда покупателей сегодня на 26.96, либо на ложный пробой 26.48. Но, скорее всего, конечно, лучше всего закрепиться выше 26.96, так как на 26.48 могут многие отступить с рынка и все-таки погнать его дальше вниз. Поэтому закрепление выше, покупки на 27.44 и 28.00. Всем удачи!